Если не умеешь, но очень хочется, то все равно получится. Такого принципа придерживаются организаторы открытых мастер-классов, которые регулярно проходят на базе Центральной районной библиотеки города Видное. Каждый месяц сотрудники Центра по работе с молодежью «Энергия» приглашают сюда всех желающих, чтобы научить делать интересные вещи своими руками. Мастер-класс вообще дает творческий мастер-класс развития моторики, мышления, памяти, воспитания интереса к творчеству, то есть каким-то либо ремеслам мы интерес воспитываем, то есть стараемся развивать детей. Сегодня участники мастер-класса делают из полимерной глины собак, символ 2018 года. Техника простая, материал мягкий, но прочный. Из него можно выполнить очень замысловатые подделки. Такая глина бывает разных цветов, но ребята работают с однотонной, белой. После фигурки разукрасят и прикрепят металлические кольца, чтобы в итоге получились брелоки. Мастер-класс просто очень увлекательный. И очень интересно. У меня, короче, получается на 100%. Кто-то свои подделки заберет домой, другие подарят друзьям или родным. Антон Рыскалев решил презентовать собачку-однокласснику, который очень любит животных. У меня есть друг, ну, он любит собак. И у него уже есть такие собаки полно, он хочет еще, я его делаю. Ее звать Катя, и она больше всех любит грызть косточки. Районная библиотека давно уже превратилась в целый досуговый центр. Подобные мастер-классы – лишь часть обширного списка занятий, которые здесь представлены. Учреждения посещают целыми семьями и воплощают свои творческие амбиции. Библиотека стала популярным среди населения местом. Не только местом, где можно взять, почитать книгу, полистать журнал, но и где можно и воплотить свои творческие способности, где можно пообщаться, где можно узнать что-то новое, приобрести новых друзей. Актуальную информацию о проведении мероприятий библиотеки можно узнать из интернета, на сайте или в соцсетях, а также в самом учреждении на инфостенде. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.